Министерство культуры Свердловской области и лично Светлану Чайкину, Управление культуры администрации Екатеринбурга и лично Елену Трофимову, Свердловскую областную организацию Союза кинематографистов России и лично Владимира Макеранца, Уральский государственный архитектурно-художественный университет и лично Сергея Постникова. Минуточку, перелистну. Наши информационные партнеры – радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, Свердловское областное телевидение, телеканал «Дважды два», «The Village» Екатеринбург, «It's My City» Екатеринбург, «Культура Екатеринбурга» – единственный интернет-журнал о культуре города, «Киноафиша», «Коммерсант Екатеринбург», информагентство ЕАН, портал о культуре региона «Культура Урала РФ», «Just Media». Фестиваль благодарит Фонд президентских грантов, Генеральное консульство США в Екатеринбурге, Гёте-институт, Австрийский культурный форум, Польский культурный центр в Москве, Посольство Эстонии в Москве, Ельцин-центр, Гуманитарный университет, Уральский федеральный университет, Екатеринбургский государственный театральный институт, Свердловское общество грузинской культуры «Руставели», Синара-центр, агентство «Гранд-бюро», джаз-клуб «Эвер-джаз», Казахский фестиваль студенческого кино, Международный фестиваль туристического кино из Чевитовекия, фестиваль Монте-Кассини, фонд «Социум», Центр современной драматургии, отель «Парк Ин», сеть магазинов «Млечный путь». Вновь приглашаю на сцену директора фестиваля Лилию Немченко.